На центральной площади Камрата впервые установлен необычный аттракцион – лабиринт ужасов. Звуки устрашающего монстра разносятся почти на весь город. По словам организаторов, эта зловещая конструкция была приобретена в Голливуде. В этом году мы его купили и уже используем по стране. Сегодня открылись, и 10 дней мы будем вот работать. Необычный лабиринт, огромный ящер, впечатляет своими размерами и пугающим видом. Жители города поделились своими эмоциями, а те, кто побывал внутри, запомнят надолго это путешествие. Страшные звуки он издает. Я внутри не была, но мне уже страшно. Впечатление, конечно, хорошее. Необычно, да, я согласен, но для детей это радость. Я когда выходил, я уже готовил кулаки, я боялся, что на меня кто-то выйдет, я уже хотел... Прикольно, на самом деле, что-то новое, спецэффекты... Влияет музыка, чудище, люди. Прикольно, что? Страшно очень. Страшно? Да. Класс. Да. Испугалась? Да. Пройдешь еще раз? Нет. Вход в лабиринт стоит 50 леев. До 5 лет вход бесплатный. Лабиринт страха будет находиться в Камрате до 17 января. Огромный ящер планирует побывать во всей Молдове, после чего уедет в Румынию.